Не знаю, понимаете ли вы, насколько все это серьезно, но если вам кажется, будто бы вы вольны творить, чтобы прослыть гениальным ученым, то вы глубоко заблуждаетесь. А вас никто не знает и никогда не узнает. Ваша жизнь зависит только от меня. Я здесь главный. И потому вы будете делать только то, что я скажу. А будете самовольничать или пытаться что-нибудь скрыть от меня, я вас убью. Надеюсь, вы меня поняли. Снова видение. Так, а что в сейфе-то? Сейф пустой. Электричества нет. Нужно поискать электрощиток.
Вы хоть представляете, что он с нами сделает, если узнает, чем мы тут с вами на самом деле занимаемся? Нет, я все понимаю. На что только не пойдешь ради науки. Но если мы ошибемся в расчетах, то излучение нас просто убьет. А если мы даже и выживем, то капитан все равно докопается до истины. И всех нас благополучно к стенке поставит. В общем, я помог, чем мог, но дальше вы уж без меня как-нибудь. Увидимся, коллега. Я буду молчать до последнего.
Все готово. Запускай. Thank you.
Ну, привет! Слушаю тебя. Привет, брат. Ну, привет.
Слушаю тебя. Привет, брат! Ну, привет! Если нужно что, спрашивай у главного. Жрать как хочется. И
Почему тут никто рыгаловки дешевые не выставил? От клиентов отбоя бы не было. Черт, опять влип. А это скольких они уже? Вот уроды. Я ранен! Ты от меня...
Привет, брат! Слушаю тебя.
у меня справка есть! Врагу не сдается наш гордый варяг! Пощады никто не желает! Вали отсюда! Я дурак, и у меня справка есть! Вали отсюда! Я дурак, и у меня справка есть! Наш гордый варяг, пощады никто не желает.